Я шел в модный квартал с опасением с большим. Я помню еще, когда на открытии этого заведения меня целый взвод охранников вытолкал за шеи, когда я пытался там рисовать у них на улице, кстати говоря, перед дверями, рисовать бесплатно свои портреты и шаржи. Они там прибежали, человек, наверное, 5. Потом была попытка с телевидением даже зайти в новогодний день, точнее 31 декабря, порисовать там бесплатно в качестве подарка иркутянам. Они тоже потребовали от меня каких-то разрешений особых. Я не стал даже разговаривать, ушел. Потом я несколько раз к ним обращался с предложением: давайте я приду к вам на праздники, вообще порисую бесплатно. Хотя, в общем-то, такая большая-большая торговая махина могла бы и заплатить какие-то деньги. Ну, бог с ними. Я предложил, говорю: давайте, приду, порисую вот у вас на праздники. Мне ответили, что надо писать какое-то заявление, надо у кого-то просить разрешение. Ну, все это было настолько мне дико и неприятно. И я перестал туда ходить. А тут увидел объявление «День Смайла». Думаю, ну неужели выгонят? Ну, неужели, думаю, выгонят? Ну, я пришел, встал, тут же подошел охранник зоркий и строго спросил: у вас есть разрешение рисовать тут? Я не стал с ним спорить, что как бы для того, чтобы человеку что-то где-то рисовать, вообще-то у нас разрешение не требуется. Ну, зачем спорить со служивым человеком? Я ему сказал, что я буду рисовать бесплатно. Это его немало удивило. Он отошел, но потом, в течение вот всего времени, я, наверное, час рисовал, он так стоял у меня за спиной и зорко следил, возьму я деньги с кого-нибудь или не возьму. Вот такая вот забавная ситуация. Ну, не знаю, если они все-таки вот не будут меня выпихивать в зашей, как это было в прошлый раз, я готов приходить на эти праздники и дарить людям радость. Потому что я видел эту радость, она искренняя, люди стояли в очередь. Действительно, рисую это все в таких ситуациях бесплатно, в качестве подарка. А на каких уж условиях у них рисовали их штатные художники, которых я там двоих увидел, мальчик с девочкой, такие серенькие, уныленькие портретики они рисовали. Я не знаю, за деньги или нет, но бог с ними.